Евгений, что у вас тут на программках? Кто у вас тут? Виктор Светберг на программке. Скажите, что нужно сделать игроку, чтобы вот попасть на программку? Ну, мы разные какие-то методы используем. Светберг просто новичок, и задача познакомить людей с ним поближе, то есть, потому что многие не знают элементарно, как он выглядит. Вот вы были на матче с Трактором, мы знаем об этом. Что за команда, как с ними играть? Хорошая команда, но Борис по-любому лучше. Какой будет счет? Ну, 5-2. Борис, 3-0 пусть будет. Скажите, 3 часа плясать сложно? Ну, из-за адреналина, из-за того, что мы больше увлечены самой игрой, нет, не сложно. Время пролетает быстро. Это кандидат в молодежную сборную, они завтра улетают в Канаду, то есть когда обзор выйдет, это будет уже сегодня. То есть как настроение перед самолетом? Ну как, нормально, тяжелый полет будет, думаю, перенесем его, и там уже сразу будет по прилету тренировка у нас. Опа, а это кто у нас? Евгений. Евгений, что посоветуете ребятам в Канаде? А мы уже сегодня с ними встречу провели, мы посоветовали им быть культурными, знать законы страны, в которой они пребывают. Главное, чтобы ребята сыграли хорошо. И второе главное, чтобы они не вляпались в историю. А попали в нее. Да, да. Роман, как вам общение на телевидении в прямом эфире? Прикольно. Ну, тяжелый матч сейчас, Трактор на подъеме, хорошая команда у них. Хорошая оборона, хорошо играет в своей зоне, дисциплинированно будет ждать наши ошибки, ловить на контратаках. Сегодня забьет Михаил Седов. Тальме. А кроме Паши Акользин? Паша. Паша обязательно забьет. Паша Акользин. Паша. Да. А еще кто? Еще? А, Максим Семенов. Он уже 3 года не забивал, по-любой сегодня забьет. Максим Петрович. Максим Петрович, правда, он не играет, но ничего. Барсик, Барсик, пошли, там реальный хоккей начинается. Работаем. Первый период прошел хорошо, Борис должен выиграть сегодня. Должен Волк. Человек, который снимает команды на льду, насколько это сложно, ответственно и опасно. Есть ли страх, что камера упадет или еще что-то? Нет, есть страх, да, что камера упадет, и есть страх, что тебя собьют. Был один случай, когда Липин меня сбил. От кого вы хотите получить персональный привет? От Дарна Дитси. Привет, Мади. От Волка. Да. I mean, привет, Даша. You know, thanks for the support this year. I really appreciate it. Вот мы кого поймали сегодня на матче с Трактором. Федор Полищук. Он один из тех, кто тоже много забивал Трактору. Вот поделитесь секретом, как их распечатывать. Неважно, какой это был сезон, вы тоже забивали много. Да, ну, прежде всего, это слаженные действия, взаимопонимание и побольше хитрых бросков. И как вы думаете, кто забьет следующую шайбу или, в принципе, сегодня матч? Ну вот этот иностранец там 28-й он вышел. Кормье, да, я думаю, он забьет. А либо Никита Михайлис. Вперед, Борис, я вас верю. Дмитрий Гренц у нас сегодня. Дима, приветствую тебя. Всем привет, дорогие друзья. Как дела у тебя? Дела хорошо, прекрасно, я бы даже сказал. Что сложнее, тут как-то правильно писать момент или слово плохое не сказать в эфире? Да, сложнее слово плохое не вставить какое-нибудь в эфире, чем описать момент. Это победа, безусловно, сейчас забить гол и выиграть игру. Кто забьет? Кто забьет? Думаю, Никита Михайлис. Thank you.
каждый матч наша компания, наш спонсор Слупак дарит подарки болельщикам. И вот сейчас мы идем дарить сертификат на PlayStation. Первый такой выигрыш. Да. Что пожелаете Борысу? Да по-любому выиграть, что еще желать? Как прокомментируете второй период? А вы? Пока все хорошо. Согласен с вами. Борис! Сплотиться единой командой и реализовать свои все моменты. То есть они сейчас не сплоченная команда? Ну, я так считаю, что они потерянные себя водят, потому что мы много времени проводим в защите. Использовать моменты. Не играть много, не играть забивает. В свою игру. Главное не бояться, не ошибаться. Отлично, мы выиграли. А-я!